Добрый день, меня зовут Василий Сухомлинов. Сегодня мы с вами находимся на выставке MIPS 2017 на стенде компании DSSL. Я представляю программное обеспечение Tracer. Мы выпустили релиз версии Tracer 4.0 для операционной системы Windows и для Linux видеорегистраторов на базе Tracer OS. Теперь вы можете пользоваться всеми возможностями Tracer. Кстати, полный список возможностей в описании, ссылка под видео. Сейчас я расскажу вкратце про распознавание лиц. Это одна из основных функций. Мы сделали детекцию лиц, трекинг лиц, поиск лиц в архиве по фотографии, распознавание лиц по базе, например, мошенники, это могут быть VIP-клиенты. Вы можете быстро получать уведомления о том, что тот или иной человек появился в вашем заведении. И вторая важная функция, которая появилась в версии 4.0, это поддержка аппаратной видеоаналитики. Например, камеры Hikvision серии Smart позволяют распознавать номера. И мы используем эту информацию в модуле AutoTracer. Таким образом, на один бюджетный видеорегистратор Tracer Mini NVR вы можете подключить до 16 IP-видеокамер с распознаванием номеров. Это прямая экономия вашего бюджета. Спасибо за внимание и до скорых встреч!